Вітаю в ефірі на каналі ТВ5. Програма «День тема». Сьогодні ми говоримо про те, як вберегти своє здоров'я. У нас у гостях лікар-терапевт Геннадій Бондарчук. Вітаю. Здравствуйте. Пане Геннадій, на календарі весна кількість захворілих на ГРВІ за минулий тиждень в Україні перевищує 200 тисяч. У чому причина? Ну, це традиційний сезонний такий всплеск. Це кожен рік. Це, в общем-то, навіть і не удивительно. А це весна завжди так впливає на організм людини, що частіше хворієш? Ну да, это я б даже сказав, не тільки весна, це переход від зими к весні. Світовий день становиться дольше, температура нестабільна, вона то вверх, то вниз. Хтось где-то умудряється одеться не по погоді. І, в принципі, вот, зміна біоритмів є таким небольшим стресом. І да, чоловік більш восприємчив становиться к простуді. Особливо весною я помічаю ось серед своїх знайомих, зі мною такое траплялося, що ось хворієш тричі за місяць, там 4 рази можеш за 2 місяці захворіти. Це що означає? Що організм перелаштовується чи не долікувалось? Ні, я думаю, що це другий вірус прийшов, який організм ще да, не знаком, він швидко познайомився, поболів, побідив і далі все добре. А хто є найуразливішим до хвороб в такий період, ось весняний саме? Розуміється, діти, особливо маленькі діти і старше покоління, пожилі люди, люди з хронічними захворюваннями. Ну, як завжди, такі групи ризику. А чому ось діти більше уразливі? Иммунитет у ребенка немножечко не так работает, как у взрослого, и он учится вот бороться с инфекцией. И да, и дети дошкольного, младшего школьного возраста, они чаще болеют, это традиционно чаще. Ну и, соответственно, если он чаще болеет в течение года, то и вот этот весенний период тоже может заболеть. А ось як ось цей весняний період прожити без хвороб? Що можна робити для цього? Які поради є? Ну, в первую очередь, если мы приходим в какое-то место, где очень много людей, есть риск проконтактировать с каким-то вирусом. Особенно сейчас. Особенно ковид. И учитывая коронавирус. В этом году, в прошлом году маски и респираторы появились в таком повседневном быту. Ведь для Украины это не характерно. В Юго-Восточной Азии люди пользуются постоянно, у нас этого никогда не было. И если человек много и часто попадает в какие-то помещения, где много людей, или просто много контактов, ну, риск выше. Если можно где-то не контактировать, либо контактировать с меньшим количеством людей, это прекрасно. Я думаю, что обязательный такой момент – одеваться по погоде. Может быть, утром холодно, в обед жарко, потом опять холодно, но если… Что-то тепленькое с собой носить. Да, или… Лучше что-то ненужное снять на время и потом опять одеться, чем замерзнуть. И это будет еще один предрасполагающий фактор для того, чтобы простудиться. Вы згадали щодо масок. Ось, на вашу думку, коли вже нарешті закінчиться ця ситуація із ковідом, чи варто буде все ж таки залишити масковий режим хоча б у громадських місцях, у тих же маршрутках, гіпермаркетах? Я думаю, що будуть якісь всплески. Постоянно нет смысла носить, и постоянно, ну, оно не очень… Понимаете, когда мы в Токио или в Барселоне, когда очень много людей, когда вот прямо вот много-много толпы какие-то, вот такой трафик, да, мы обязательно с кем-то как-то проконтактируем. Когда мы в Запорожье, у нас тут потише, поспокойнее, вот, и заставлять всех одевать маски – нет. Быстрее какие-то эпид-моменты, когда всплеск ОРВИ, всплеск гриппа, ну вот теперь у нас на слуху еще коронавирус, и он никуда не денется, это будет еще мутация, и он останется в природе, уже не будем так болеть, я надеюсь, что мы победим благодаря вакцинам и всім цим протиепідемічним мероприятиям. Дуже часто люди, ось коли хворіють, вони лікуються самотужки. Ну, вдома там чайку поп'ємо. Які найпоширеніші є помилки з цього приводу? Ну, самое отвратительное – это самоназначение антибиотиков. Это антибиотики вирусы не лечат. Это аксиома, они ни в коем случае не нужны. У нас достаточно часто люди идут, покупают, сами себе назначают. Еще або порадов хтось. Да. Вот.
Кроме, собственно, приема, еще отвратительно то, что они чаще всего неправильно принимают. Mm-hmm. То есть они не выдерживают курс, они бросают его, они там как-то комбинируют. Потом, когда они попадают к доктору, доктор имеет бледный вид, потому что с этим все равно что-то надо делать. А человек уже использовал 2-3 антибиотика наиболее распространенных групп. Это не очень хорошо. Я могу сказать, что не очень хорошо попытка скупить пол аптеки, когда приходят и покупают какие-то симптоматические средства, там много-много витаминов, какие-то БАДы берут и тоже начинают это все принимать. Это не нужно. Для лечения простуды, извините, если есть высокая температура, если есть дискомфорт, ломота, высокая температура, я имею в виду больше, чем 38,5. Да, парацетамол, либо какие-то комбинированные препараты, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. Но обильное питье, да. Какая-то там небольшая доза витамина С, пожалуйста. Но больше ничего не нужно. Вы понимаете, там больше... Цими методом можно там притримати хворобу, поки не звернувся до лікаря. Или вообще выздороветь. Угу. Вот. Более важно это влажная уборка дома и проветривание. А это не все делают. Ну от проветривання – це краще, чим антибіотики. Але ж коли хворієш, не хочеться нічого робити. Хочеться випити пігулку і все, і забути про все. Для цього є родственники і група підтримки, які не дадуть боліти грустно, які допоможуть виздоровити. А ось з якими проблемами наш організм ще стикається навесні, окрім респіраторних захворювань? Ну, чаще всего это обострение хронических заболеваний. Есть и в дерматологии там ряд болезней, гастроэнтерологов добавляется работа, та же самая язва, язвенная болезнь. Психические болезни, обострение – это как раз весенний, осенний период. И эти люди имеют проблемы, да, весной. А ось щодо вітамінів, варто їх приймати навесні? Адже кажуть, що це не вистачає організму їх, тому там авітамінози усякі бувають. Ну, я би сказав, що це міф. В давні времена, коли ми кушали тільки те, що ті овочі і фрукти, які росли у нас, да, весною було менше тих же вітамінів в яблуках, в капусті. Вот. Но сейчас мы приходим в магазин, у нас есть масса тропических фруктов. Я больше того скажу, у нас не бывает авитаминозов. Авитаминозы – это очень такие тяжелые больные, это какие-то штучные ситуации, единичные буквально. У нас бывают гиповитаминозы, и это очень редко. А гиповитаминозы – это что такое? Ну, вот это когда гиповитаминоз – это сниженное содержание какого-то из витаминов. Угу. А витаминоз – это когда вот совсем чего-то нет. Но я скажу, что, допустим, цингу никто никогда не видел. И максимум – это в библиотеке прийти, открыть книгу с Джеком Лондоном и почитать, понимаете? У нас сейчас, мы живем на самом деле лучше, чем наши родители, наши бабушки и дедушки. У нас есть достаточно еды, у нас есть достаточно овощей и фруктов, в которых есть витамины и микроэлементы. А ось що тоді краще вживати весною? Які продукти? Ну, от можна прийти в будь-який сетевий магазин, в розділ овочів і фруктів, і вибрати саме те, що вам подобається. Тому що, якщо... Я зараз скажу 3-4 названня, а чоловік потім буде говорити, ну, я це не дуже люблю. Помідори, огірки не варто, мені здається, ще їсти. Ну, я думаю, що... Ну, какие-то тепличные, если очень хочется, если человек очень любит, то там все равно какие-то витамины будут. Но зелень уже отлично, и в зелени там много всего хорошего, полезного. А цитрусовые, киви – это еще в сезон. Бананы у нас круглый год, у нас бананы, по-моему, чаще, чем яблоки встречаются. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні ми говорили про те, як вберегти своє здоров'я. У нас у гостях був лікар-терапевт Геннадій Бондарчук.